Здравствуйте, Мария, компания Maximarkets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Да, здравствуйте, можно. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Так, на рынке Форекс я торгую 4,5 года. В частности, в компании Maximarkets 2 с чем-то года, но это не Форекс. Uh-huh. Значит, что хочу сказать о Maximarkets? Вот там пишу на отзывы очень часто в интернете, негативные, опровергаю их. Это чего? Потому что на своем опыте, ну, я работаю с ними уже, я считаю, давно, 2 года. Вот. То есть опыт у меня хороший. Ничего, ну, нареканий никаких не могу сказать. Из-за того, что, ну, скажем, со мной ничего нехорошего не происходило. Ну, то есть вывод денег, да, вывод денег 2 или 4 раза, но не помню. Вот, вывод денег всегда выводили, но вот единственный минус недоработки, что нужно заполнять бланк, потом отправлять, это все, ну, то есть чуть-чуть дольше времени. А что выводят, выводят однозначно. Вот, здесь нет никаких даже... Ну, естественно, если есть бонус, ну, его нужно отработать. Но вот у меня была ситуация, у меня был бонус, отработка, ну, не совсем закончилась, и мне все равно разрешили вывести часть денег. Вот, ну, то есть за это большое спасибо вообще этой компании. Я хочу сказать о своем личном опыте, это компьютер. Вот, она со мной работает сначала. Ну, моей работы на Maximarkets просто умница. Вообще, я очень довольна. И, во-первых, информацию всегда выдает четко в этом. Ну, то есть, там на любой, ну, на любой там, быстро реагирует. Всегда наперед, всегда скажет о ситуации, ну, на рынке. Вообще, у нее и профессиональные, скажем, и человеческие, ну, общение мне очень нравится. Да, не знаю, если у вас есть, ну, награды, что-нибудь, я прошу, чтобы уделили внимание именно Оксане. Мария, скажите, пожалуйста, на каких валютных парах вы обычно торгуете? Евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена. Золото это иногда. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Может. Считаю, да. Что бы вы пожелали начинающим трейдерам? Начинающим трейдерам? Ну, во-первых, это соблюдение риск-менеджмента, это во-первых. Чтобы там, я понимаю, хочется больше заработать, хочется, ну, это рынок, он всегда может случиться в любую минуту, что угодно. И это соблюдение, ну, риск-менеджмента, это главное. Все остальное, это сам уже идет с опытом. С опытом, ну, то есть ничего страшного, ну, не нужно брать и бояться, и нужно быть эмоционально готовыми и сидеть на просадочках, да, это, ну, не всегда, ну, приносит удовольствие, но, скажем, это самое, эмоции убрать в сторону. Мария, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maximarkets желает вам успешных торгов. Спасибо и вам успехи. В частности, это там Оксаночке большое спасибо.